Ще раз доброго ранку. Ну, Таня, може ти тільки зараз увімкнув телевізор? Так, вітаємо вас, наші любі телеглядачі. З вами Сергій Нетенко, Тетяна Курочкіна. Доброго ранку. Так, сьогодні. Сьогодні відзначається день боротьби проти ракової пухлини молочної залози. Так, дякую. Тому сьогодні ми запросили Василія Івановича Запухляк, завідувача в мамологічному відділенні облонкодиспансеру. Доброго ранку вам, Василію. Доброго. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Действительно, сегодня день, всеукраинский день борьбы с раком молочной железы. Этот день был указом президента в 2005 году отмечен. И почему такая медико-социальная проблема, в чем проблема? Да, чему так актуально вообще да. День боевого? Актуальность, то, что действительно заболеваемость, это она самая большая среди женского населения. И, к сожалению, она растет. Она не только большая на Украине, она большая в мире, в Европе, в Америке. Вот, из постсоветских стран Украина относится к странам с самой тоже большой заболеваемостью. И если взять статистические данные, на Украине на 100 тысяч женского населения более 64,5 на 100 тысяч населения заболеваемость. По Николаевской области 80 на 100 тысяч. То есть Николаевская область относится к областям с высокой заболеваемостью. Значит, вот это большая заболеваемость и, к сожалению, большая смертность. Вот это заболевание. Смертность вот по Украине, если ежегодно регистрируется около 16 тысяч первичных случаев рака молочной железы, к сожалению, 8 тысяч женщин умирает от этой опасной болезни. Значит, ежедневно регистрируется около 50 случаев рака молочной железы по Украине. По Николаевской области более 500 случаев рака молочной железы ежегодно регистрируется. Ну, почему, казалось бы, молочная железа – это визуальная форма, наружная локализация и доступна для, казалось бы, диагностики. Вот. Почему такая проблема и действительно такие плохие исходы часто, это смертность большая? Ну, к сожалению, вся проблема в том, что обращается в запущенной стадии. Так, людей ми не лякали, я думаю, тепер можна порадити, як значить, болезнь, вона ефективно лечиться в начальних стадіях, вона ефективно лечиться, і основна акція сьогодні, яка в цей день повинна проводитися, направлена на інформованість населення. Інформованість о важності ранньої діагностики і своєрідного обращення к специалистам, врачам на местах, в данном случае гинекологам, семейным врачам или непосредственно к онкологам. Вот. Значит, если говорить о диагностике, диагностика, в принципе, 80% зависит от самой женщины. Вот. Есть методы самообследования молочной железы, которые должны все женщины, вот если репродуктивного возраста, с 20-летнего возраста, они должны первую неделю после месячных проводить самообследование. Методика очень простая и не требует какой-то большой подготовки. Это внимательный осмотр молочных желез перед зеркалом и проведение пальпации или ощупывания молочных желез. Лучше это делать, когда кожа мокрая, это в душевых кабинках. И все страны, даже самые страны, которые имеют большие возможности приобретения диагностического оборудования и социально высокие страны, они пропагандируют этот метод. Он доступный, он эффективный, он, если систематически проводится, женщина всегда может заподозрить у себя те или другие изменения и своевременно обратиться к врачу. Потому что болезнь, к сожалению, она протекает бессимптомно. Нет ощущений субъективных, нет болезненных ощущений. Поэтому системное такое обследование и своевременное заподозренные изменения, уплотнение молочной железы, узловые образования, шарики, которые появляются, она должна своевременно обратиться. Но я должен нацелить и сказать женщинам, что вот эти уплотнения и изменения, это не значит, что это рак молочной железы. 80% даже больше – это доброкачественные процессы. Это чаще всего мастопатии, которые эффективно лечатся и которые являются доброкачественными процессами.
Вот. Следующий диагностический, это инструментальная диагностика. Женщина должна до 40 лет проходить УЗИ исследования, ультразвуковые методы исследования, которые проводятся ежегодно, должны проводиться. Если женщина наблюдается по поводу мастопатии, раз в полгода она должна их проходить. После 40 лет должна проводиться маммографическое исследование. Это рентгеновское обследование до 50 лет раз в 2 года. И после 50 ежегодно должна проходить маммографический метод исследования. Вот, вот эти основные моменты. Все, ну, никто не застрахован от рака молочной железы. Но женщины, которые следят за своим образом жизни, своевременно обращается к врачам, проходит профилактические осмотры, имеет большие шансы в плане быть здоровой, или если выявлена патология, своевременно лечиться и, в принципе, быть излеченной от этой патологии. Василий Иванович, а как часто женщинам треба перевірятися? Из какого, ну, року уже начинать? С 30, с 25? Значит, спасибо за вопрос. Действительно, женщина, кроме самообследования, инструментальной диагностики, она должна раз в год с 20-летнего возраста проходить осмотр у врача. У врача осмотр тоже подразумевает это осмотр и пальпация молочных желез. Вот, как правило, это проводят врачи первой ланки, как говорят, это семейные врачи, это гинекологи, которые должны ежегодно проходить и проводить им профилактические осмотры. Вот. При наличии какой-то подозрения или патологии направляется уже непосредственно к специалистам, онкологам на третий уровень, областной, в данном случае областной онкодиспансер. Вот. Если женщина, которая самостоятельно что-то обнаружила и хочет проконсультироваться, она непосредственно может обратиться в онкодиспансер, у нас есть консультативные кабинеты, где ей окажут консультативную помощь и диагностически проведут исследования при показаниях, если это будет показание для этого. То есть заблаговременное обращение к врачу, то есть и самообследование позволит женщине обезопасить себя. Починаешь через 20 лет, да, правильно? Совершенно правильно. Основной путь, реальный путь для успешного лечения и снижения смертности от этого заболевания – это ранняя диагностика. Это своевременное обращение за консультативной помощью и проведение лечения, если так, есть тому показания. Треба перевірятись. Вже починаючи з 20 років, раз на рік, і саму перевірку теж ніхто не відміняв. Нагадаємо, що у нас був Василій Іванович Запухляк, завідувач мамологічного відділення облонкодиспансера. Дякую, що прийшли, поділилися інформацією. Дякую за столь цінні совіти.